Август, по сути, рубеж осени, на самом деле удивительная пора, потому что совсем скоро закончится отдых и стартанут новые сезоны. Но не только учебные, не только рабочие, а еще и крайне любопытные. Ну, насколько любопытные? Ты знаешь, не я тебе расскажу, а наш следующий гость. Поэтому прямо сейчас идем к нему. Не будем заставлять его ждать. Да, потому что театр – дело важное. Как известно, вся жизнь – игра, да, и правильно ее чувствовать очень нужно. Ну, а в гостях у нас сегодня Владимир Косов, главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Надеемся, что оно у вас действительно доброе, как и у нас. Пришлось встать с утра пораньше. Неоднозначно доброе, но я всегда так встаю, потому что у меня дома собака, и мне с ней гулять приходится. Ну, как раз таки я сегодня тоже добирались на работу, думаю, вот проходил мимо мужчины, который как раз выгуливал собаку. Было часов 5-6 утра, я думаю, как же нужно любить это животное, чтобы так рано встать. А если ты не встаешь, оно тебе напомнит о себе, пошкрябаю по двери. Ну, и немножко теперь к делам театральным перейдем. Давайте. Новый сезон будет в октябре, насколько я понимаю, правильно? Да, совершенно верно. Что готовите? Ну, во-первых, этот год для нас особенный. Это 65-й театральный сезон. А цифра 5, уже когда двузначная цифра, это тоже юбилей. Поэтому мы готовим, откроем сезон таким вот праздничным гала-концертом. Сейчас наш театральный коллектив уже отдохнул в летнем отпуске, все вернулись, и, в принципе, в театре такая уже активная работа началась, и сейчас мы работаем над двумя спектаклями. Уже идут сценические репетиции по Оскару Уайльду, «Как важно быть серьезным». В нашей версии театральной это произведение будет называться «Искусство жениться». И вторая большая премьера, очень ответственная, я думаю, что это такая, ну, этапная для нас работа, это опера «Травиата». Сейчас идут музыкальные репетиции. Над этим спектаклем мы начали работать еще с февраля месяца уходящего сезона, поскольку опера требует, на нашей сцене еще такого жанра не было, и она требует особой подготовки. Впервые, да, будет опера? Да. Впервые. Я даже думаю, что впервые так вот театральный профессиональный коллектив крымский ставит оперу. Ну, замахнулись. Хорошо, да? Да, замахнулись. Не замахнуться ли нам, да? Да, ну, а... Да, нет, ну, во-первых, опера представляется чем-то, не знаю, масштабным, таким грандиозным и, главное, эпическим. Ну, она такая будет, вот и масштабная, и грандиозная, эпическая вряд ли, поскольку Джузеппе Верди, чем интересна опера, он в свое время главной героиней сделал не какого-то там большого героя, а сделал обычную даму, притом даму, как вы понимаете, непростой профессии, вот. И появление на сцене вот такого простого человека, да, немножко как бы всех удивило, озадачило поначалу. И даже в первой версии был провал на самом деле. Но не приняла публика, наверное, да? Публика не приняла, да, они не привыкли. Более того, Верди, он стремился к такой правде жизни. То, к чему дальше стремился Станиславский, мы все до сих пор в нее верим, в правду жизни. Верди тоже попытался как бы поближе к людям, да, ну, поближе к жизни все это представление показать. И поэтому костюмы были очень просты. И это тоже публике не понравилось, поскольку публика уже... Ну и мы все же понимаем, опера – это как? Пышно. По-богатому и эпически, да. Правильно? Вот. После, конечно, он подредактировал и, наверное, пошел навстречу публике. Дальше все хорошо и до сих пор отлично. И теперь вот опера пришла к нам. Хотелось шоу людям, да, так сказать. Скажите, пожалуйста, ну вот, а когда вы планируете премьеру и оперы, и первой постановки, которую вы анонсировали? Я понял. Сезон открывается 11-12 октября, если я не ошибаюсь, поскольку я, ну, как-то цифры для человека творческого не сильно важны.
Ну, цифры — это такой ужас, потому что когда тебе там ограничивают, говорят, вот тогда-то премьера. В середине октября, через 2 недели, будет премьера «Искусство жениться» Оскара Уайльда. И в середине ноября, 16 ноября, эту цифру я запомнил очень хорошо. Я надеюсь и я уверен, что состоится премьера оперы «Травиата». Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Косов, главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым.